Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Юджин Плей, и сегодня мы будем продолжать проходить улитку Клайда. Наливайте чай, кофе, берите печенюшку, тортик и погнали! Кто не смотрел предыдущую часть, обязательно посмотрите, напишите комментарий, если вам не трудно. Напишите, да, просто там для продвижения канала. Помогите, ребята, развить канал. Так, ну погнали. Che quaggio coppa! Che la java! Che la va! Sojo matava! Sojo mahasha daravata makava! О, жабакада, щата. Да я-то думал, сейчас, ребята, босс будет. А тут какая-то ска. Сучонка. Ну, чуть-чуть это пропустим. Честно. О. А, мы... Мы с этой сучечкой теперь это... Стоп, не торопимся. Что, ебанулся, что ли? Так, стоп, а на что здесь аптечку пить? Управление, так. Это на Q, граната и... А, на C, все понятно. Фу, ебать, сам к себе кинул. Я забыл совсем, что она надо подержать. Ну, ничего страшного. Все через жопу идет. Так, пропускаем. Не тратим время и... О, видите как? О! Сейчас мы его вот так вот будем долбить. Что такое? Ох ты, блядь, убил, боится. Ну, посмотрите. Ой, так чуть-чуть осталось. Я что-то не смотрю, сколько у него жизни-то осталось. А там вообще совсем плевочек. Все, что ли? Ну, блядь. Ах ты, крысёнок. А, баба. Ну,
Здесь чуть-чуть неинтересные, ребята, диалоги, поэтому я их пропущу. Они такие скучноватые. Так, а я вот что-то не послушал, куда мне идти дальше. Ну, ну да ладно. А, никуда. Так. Ага. Это что вообще за такое? Какого ты тут червя делаешь? Да понятно. Пик-пик-пик. Нахуй. Пропустим. Это вот, кстати... Ну, одна из игр, которую я вот хочу пропустить. Диалог. Опять диалог. Да ёб твою мать, да что ж такое-то? Чё тут? Супер Ёж, Кунг-Фу Панда. Это у нас кто? Сейджо Магвадаба. Тык-тык. Шо Шене Жарова? Пиздык. Ну понятно, что Ёж может. Черепаха это с Кунг-Фу Панда с мультика. Это вообще, это, блять, с этого, с Человека-паука, с очень старого, там, 97-го, что ли, дата выхода мультика. Вот там был похожий персонаж. Все. Короче, нахуй, все. Надо маленькие интересные диалоги. Они такие, что... Так, 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 так. Тут не работает, тут что у нас? Поговори. Как тебе дом? Я хочу еще, ребята, знаете, вот сейчас записать игру... Inscription. Карточная игра, вот что-то я там посмотрел, вроде как неплохо. Куда идти-то, ёпта? А, тренировочный. Все понял. Что надо? Подошвы не чую. Все, выспался, подкрепились, надо идти. Давайте бежим, посмотрим вообще, что к чему и чего тут делать. Волнуешься? Ну что это ж, блядь, за такое-то? Не, а куда идти-то? Вот. Потому что вообще должен вот этот желтый светлячок, он показать. А он не показывает. Это что такое? На улицу вышли куда-то, блядь. Тут что, черепаха живет? А, ну да, лягушка. Доброе утро. Я медлитирую, все, отстаньте. На выход можно? Поговорите с Кассием. А Кассий это кто? А, ну это черепаха. Чуть-чуть затупленные моржи. Вы бы хоть комнаты подписали, что ли, что вот
тут Кассий, тут этот. Кто Кассий? Ты Кассий? Да. Лопата, пата. Так. Понятно. Ну, я все понял, ебаный стыд. Больше светлячок расскажет, чем блядь, персонаж какой-то. Ну все, мы можем идти. Надо поговорить с Мохти и Очакой. Как советовал. С Мохти и Качакой. Бля, я не запомнил, где они. Это моя комната. Не-не-не-не, Иката это, Иката Патата не, нам не нужна. Нам нужен ёжик. Получен огнемет. Хорошо. Так, с Мохти поговорили, теперь. Это кто еще такой? Тору Макаже Бакея. А вот это очка-то. Вот, выходите с базы. Все понятно. Хелсинг уже ждет снаружи. Не знаю, ребята, кстати, будет ли она играть это долго или нет. То есть по прохождению. Поэтому посмотрим. Так. В общем, ты и прилетели. Ну, понятно, понятно. Вот, еще надо найти карту памяти. Тык-тык. Все, тык-тык, это спасибо. А, вот. Бластер. Это понятно, а это... Ну, у нас тут сконечные... Здесь бесконечные патроны, а там все-таки сконечные. Будем пока пользоваться бластером. Подождите. Езжай назад, давай.
Ну. Когда индикатор заполнится, нажмите Ctrl. Ну сейчас это заебет, конечно. Оттай, потай. Вы бы лучше карту бы дали. Не какой-то там, блядь, бластер. Ну-ка, давайте другим. Хуяк! Не думал, а пизды получил. Он думает, так можно просто подкрасться и все. Ну конечно. Вот вы. Сейчас я поднимусь к вам. Это что такое? А, это просто у нас. А как там мы делаем-то? Вот так. Так, так, так. Супер червяки. Ну-ка, давайте-ка. Мне вот интересно, на какое расстояние вот он действует? То есть, что у него дальность-то? Ну вот, вроде попадаем. Давай, давай. Все. Больше здесь ничего нет. Побежали дальше. Интересно, а вот пол кубика восстановится, нет? О-о-о, это что за хуйня? Видать, шкала наполнилась. Угу. Цитадель кроликов. Тобой что, попиздить? А, попиздеть можно. Угу. А, блядь! Как с тобой интересный разговор. А
Они безумно напуганы. И чё? Я мои не работаете. А, ты бата-пата-пата. Сейчас все сделаем. Секунду. Хули вы... купить. А, вот. Аптечка. Ну, вообще надо, блядь. Надо. Сколько она стоит? 35. Ну, давай купим. Мина нахуй. А это что такое? А, это топливо. У меня 300. А купится сколько его? Не понял. Сколько-то купится? Хуй его знает. Так, подожди. Надо было восстановить. Вот так вот жизни и купить. Аптечечку. Купить. Все, спасибо. И снова здравствуй. А, все, ну и хуй с тобой. Тьфу, ебать. Нахуй. Можно было не тратиться, ну да ладно. Враг наступает. Нет, ну вот же рычаг. Ну. Ну давай, ёпты мать, чё вы рядом стоите, не слышу что ли, чтоб, блять, попросили открыть. Угу. Делать нехуй больше. Все. А. Заебись. Пока неплохо. Так что надо? Стоять, ждать, блядь. Наверное, стоять все-таки ждать. Какой-то заборчик тут стоит. Ну да. Мы должны вот здесь вот ждать. Так может нам лучше мне вот где-нибудь вот здесь вот ждать? Эй, ёбаная мазила. Интересно, он побежит. Вот если я отойду, он побежит на ворота. Если. Или на меня. Ау. А, ну все, 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 все. Выходить нельзя. Какого хуя пришел? Ну-ка. Иди к нахуй. Так, а мне хочу попробовать, знаете что? Вот. Поставить здесь две мины. В смысле, она пизданет, что ли? Вот, 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 вот. Ну-ка иди-ка. О. И все, что ли? Больше пука, блядь, меньше звука. О, летит, летит, летит. А удобная, кстати, вещь. Ну-ка вот. Одну воткнем.
О, кто-то катит, катит, катит. Посмотри, какой крепенький. Пора уничтожить гнездо. Где оно? Где? Я готов, как Спанч Боб, блядь, готов. Или вот там все-таки? Нет, надежды мои не оправдались. Все-таки просто идти тупо вперед. Вверх или вниз? Куда, блядь, побежала? Сквозь, сука. Здесь? А, вот. Все-таки не зря шел. Так, ничего мы не упускаем. Прямо в табуреточку попал ему. Чуть не упал. Чё надо? Чего надо? Ну а на этом, ребята, мы будем заканчивать вторую часть. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки. Подпишитесь на канал, если вам не трудно. До новых встреч. Пока-пока.